сердцах, как это причастие, Господь. Благодарю за исцеление, которое прямо сейчас ты касаешься каждого из нас. Аллилуйя! Мы принимаем, Господь, то, что ты сделал. Мы исповедуем, Господь, эту истину, эту цену, которой мы исцелены. Ибо ранами твоими мы исцелились. Еще раз, братья и сестра, исцелен, ты силен,
Иисуса. Аллилуйя, благодарю, Господь, что Ты исцелитель. Господь, благодарю, что Ты исцеляешь прямо сейчас. Аллилуйя, благодарю за исцеление от рака, Господь. Благодарю, Господь, за исцеление от этой аутоиммунной болезни. Благодарю, Господь, за Твою кровь, которая очищает каждого, Господь. Благодарю за имя Иисуса, которое сильнее всякой болезни. И благодарим за Твой крест, Иисус. Еще раз, просто с верой, с благодарением. Аллилуйя, исцелен. Исцелен. Просто принимай, брат. Ранами Иисуса исцелен, принимай, брат, сестра, да ты исцелен. Исцелен ранами Иисуса, ибо ранами Иисуса мы исцелились. Дети скажут аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь.